Аграрии региона уже намолотили почти 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. План по ним выполнен на 85%. Картофеля выкопано 88%, собрана почти половина овощей. Что касается второго хлеба, в 4 районах его уборку уже завершили. Это Увацкий, Аромашевский, Сорокинский, Юргинский. В Упоровском, там, где самые большие площади полей, работы тоже на финишной прямой. Обмолот зерновых. Первыми закончили аграрии Армезонского района. Всего 2% до выполнения плана осталось в Ярковском. На третьем месте Упоровский. Там не убрано менее 5% полей.